Дева. Как я уже говорил в первой части, девам покровительствует Сатурн, Плутон в ближайшие годы. Это надежность, это дисциплина, это внутренняя воля, которая помогает преодолеть все препятствия. И в хорошем аспекте в декабре Венера, красивые встречи, приятное общение с сестрами, с братьями, с соседями, укрепление контактов в семье, укрепление гармонии в семье. Идут такие аспекты для Девы. Марс в седьмом доме. Надо прощать наезды со стороны ваших партнеров по браку. Гармоничные дни по Луне для Девы. Это 4, 5, 9, 10 декабря, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 декабря. В эти дни Луна будет благоприятствовать Девам.